ехал в Финляндию бежать половинку айронмена. Проверяем трассу на велосипед. Что-то тут местами такие велодорожки, что непонятно. Ехать по велодорожке или по дороге. Они почти одинаковой ширины. Проверяем беговую трассу. Тут уже поставили ограждение. Вот даже финишную рамку. Прикольненько. Короче, сейчас 10 часов 15 минут вечера, где-то это примерно будет на дистанции время финиша. Вот так вот примерно солнце будет на закате. Как всегда, беговой этап видео. Так что мы пробегаем один. Короче, беговой этап практически полностью обещают вдоль моря. Так что, наверное, будет приятненько и не жарко. Что-то сегодня пасмурно, ветрено. Старт обещают 2-3 часов дня. Должно быть либо очень жарко, либо не очень жарко. Если будет так же ветрено, как сейчас, тогда на велосипеде придется немножко пострадать. Но говорят, немного. Будем проверять плавание. Плыть надо будет вон туда, куда-то за горизонт.
Здесь еще не все буи, похоже, стоят. Где-то там будет разворот и обратно. Но это только кажется далеко, на самом деле близко. Чувак тренируется, посмотрел на меня, как будто я странный. Ты такой, да, Лёва? Так, ну вода теплая. Можно даже не бояться, что будет холодно. Может, даже будет жарко. Такая довольно мощная, из-за того, что ветер, не знаю, будет ли ветер на соревновании, но, в общем-то, организаторы предупреждали, что если будет ветер, то вам придется плыть почти половину плавания против ветра, зато потом будет легче по ветру. Но я бы сказал, что сильно легче, потому что оно легче потерять курс, но интересно, зато вода теплая, это хорошо, и вода не соленая, что вообще хорошо, я бы сказал, отлично. Один день, нужно привезти велосипед на транзитку, зачекинить. Иду я, значит, собираюсь щекиниться. Корочка. Собираюсь щекиниться, а велосипеда нет. Он исчез. Сперли, наверное. Что делать? Ну, позвонил в полицию, спросил организаторов, они говорят, ну, чувак, не повезло, бывает. Пришлось купить новый велосипед. Не отказываться же от участия теперь. Я в магазин говорю, представляете, что со мной приключилось? Один день до старта, и мой велосипед украден. Может быть, вы мне можете продать какой-нибудь велосипед? Продавец говорит, я в шоке. Затем поворачивается к другому покупателю и говорит, смотри, его ситуация похуже, чем твоя. Я говорю, так, а что с тобой случилось? Говорит, ну у меня всего лишь украли колеса. Город Лахти известен тем, что тут проводятся всякие зимние соревнования по лыжным видам спорта. Короче, такая типа зимняя столица, или одна из столиц. Но прикольно, мне нравится, парков много. Ставим транзитку. 10-13 мое давление. Миша, будет боевое крещение с велосипедом, который еще не прошел притирку к моему организму.
vittu se jäälle kuudella. Lopu siinä. Osuudella. Lopu siinä. Juuri näin. Huh. Iso oli. На беге немножко дыхалка подвела. Вроде 6.15 итоговое время. Хуже, чем в Таллине. Лучше, чем ничего. Уже почти все велосипеды забрали. Это мой должен быть. Здравствуй, дорогой! Сколько не виделись, пару часов. Закат и финиш. Смотрим на последних финиширующих. Я Никлас! Она пала! Пали его! Италия вырвала у Финляндии очко. Короче, чтобы попасть на море, нужно пройти через вот такую специальную построенную эстакаду. Сейчас мы туда пойдем. Вот люди ждут какого-то поляка с польским флагом. О, вот чуваки бегут. Гоу, гоу, гоу! Ну, вот они пересекают финиш. Кирзи Ярвинен Маалейса. Он мне выдали пиво, поэтому я буду его сейчас пить и смотреть на финишер. Эй! Это была Анна, одна из организаторов. Это главное. Видите, какой у меня красивый новый велосипед. Он как бы серый, но надписи белые. Но главное даже не это. Вы зацените крепление велокомпьютера. Резиночка. Так вот, думаю, датчиков нет. Я буду ехать на транзитку, проверю, будет ли он записывать трек без датчиков, без ничего. Так вот, он записывает. Он записывает по GPS-у. Я мог видеть время, время записи трека и свою скорость по GPS-у. А, и температуру воздуха. Температура воздуха показывала 27 градусов. Вода уходила только так. Так, поскольку говорят, что чувак не успевает последний. Говорят, все, минута до закрытия финиша, и сейчас они выключат музыку, и радость закончится. Фотографы уже обсуждают, как побухать. Хе-хе-хе, я бы тоже побухал, но мне не с кем. Поэтому буду как спортсмен. Трезвый. Enjoy. We are in a different place.